Здравствуйте! В предыдущем видео мы уже демонстрировали вам нитки Мадейра Аэрофил номер 120. Сегодня расскажем о нитках Мадейра Аэрофил номер 35. Аэрофил – это новое поколение швейной нити, результат разработки новой технологии изготовления ниток, с помощью которой удалось наладить выпуск высококачественной сдвоенной нити из полиэстера, предназначенной для различных швейных работ. Аэрофил номер 35 отличается особой прочностью. Это износостойкая нить для шитья, предназначенная для швов, подвергающихся интенсивному воздействию. При работе с этой нитью рекомендуем использовать иглы шмец для плотных тканей номер 100 или 110. Также можно использовать иглы шмец топ-стич. Прошьем прямую, зигзаг и декоративную строчку. Для того, чтобы швейная машина качественно выполнила строчки, мы рекомендуем использовать в качестве нижней нити Мадейру Аэрофил номер 120 или приобрести отдельный шпулидержатель для толстых нитей. Нитки Мадейра Аэрофил номер 35 можно использовать не только для отстрочки, но также для выметывания петель и даже для декоративных строчек. Кроме 80 оттенков нити Мадейра Аэрофил номер 35 в намотке 100 метров, также есть 8 оттенков намотки 300 метров. Спасибо за внимание. До новых встреч!